Божественная воля, люди Солнечной системы, благословив ваши кредиты и мощь священной энергии бездны, я создал творение сильнее, чем любое другое. Да, дети мои, бездна создала мой Razorback невосприимчивым козлу, и я докажу это. Я призываю всех Тенна, язычников корпуса и Гринир прийти в мою лабораторию и победить моего Razorback'а, и когда вы проиграете, вся система увидит через меня всю мощь творения бездны, и затем они узнают, что единственный путь к спасению – это покориться бездне. Бездна будет словом, и слово будет пророчеством. Неф Анио. Так, у нас здесь тактическая тревога, божественная воля, убийство корпус. Так, ну посмотрим, что приготовил этот ящик. Sir Assault, he'll be able to draw in a mountain of new offerings. We must turn his scheme against him. Какую-то схему. Что за нахрен? Это что за херня? Нет, что такое-то? Я думал просто прийти и убить босса, нет. All previous strikes against the Razorback have failed. You need to find a way to punch through its shields. Детский квадрат, я так понял. Я сейчас буду тут этот того. Fear will not control me. И чё, фокус? И как я добегу? Stay alert. Scans show this facility is also home to upgraded Bursa bipeds. Усики. We have to deal with both at the same time. Усики круто. Усики снимают энергию солода. Stay alert. Scans show this facility is also home to upgraded Bursa bipeds. You may have to deal with both at the same time. You're still in the clear. No detection from enemy sensors. Разорбэк, короче. The assassination target is here. Wipe them out. What the fuck? Как убивать? И что? Как ему пробить щит-то? Вот он щит. Вот она. Что-то летает, хрень какая-то. Все должно щит снимать. О да.
Догадайся, 150 раз. Ничего не снимает она щит один. Короче, бурсами его побеждать, оказывается. Я все понял. Мы делаем так. Смотрим, где бурсы. Так, бурса там. Значит, нам надо прокрасться сначала сюда. Здесь мы бурсу мочим. Затем отключаем. Так, стой. Потом открываем. Ты умираешь. Дерьмо. Да чтоб тебя, блин, чё стрелять-то, блин? Это вот тупика убиваем. Так, а там кто, наша бурса или их? Да, блин, сейчас опять их. Не знаю, вот это вот 3 часа вот мудёшь вот это все. Давай, прыгай. О, домой пошёл. И прошел твоему. Эти гранаты какие-то летят. Так, это чья бурса, наш? Блять. Не наша бурса. Гранаты летят, пипец. Да мудила, ты убиваешь меня, чмо. Факин шит, блин, просто, я не знаю. Я ж перепрограммировал эту херь. Давай, нападай, уродина. Так, там процент тащит. Ну, тут что-то как-то так. Все нормально. Ладно, продолжаем. Кто зажигает вообще, блин, невидимый с женой? Бредотство какое-то, да? Так, вон еще бурсик один. Там
Блин, да что ты не умираешь-то? Да это вообще 3 секунды длится, ну и че, его 15 раз убивать? Ну, наверное, тупо просто открывать им двери, да и все. Внизу мочить. Надо, наверное, может быть даже сразу несколько. Хотя несколько я, наверное, не смогу осилить. Валить отсюда. Забежать амп, пацанок ноги. Ничего. Не знаю, короче. Так, быстрее прыгай отсюда. Давай, Ампекс, мочи, мочи. И так, короче, 15 раз. Все чисто. Да, давай, Ампрекс, быстрей. Да нет. То ли Мерлок лучше убивает его. Привет, фиги. Ну шиндец, блин, ну шиндец. Вот, подошел, он меня видит. Как видит? Чё видит? Дебил. Или он будет сюда. Знаешь, блин, как длинно. Давай артефакты какие-нибудь. Не хочешь? Target down. Assassination contract complete. Вот, короче, дрочево я нашел себе среди ночи. Вот вам. Фокусные штуки какие-то стали. Ну ладно, это полезно. Понимаю, на миссиях будут валяться. Типа усиление хоть. Где еще гиенка? Вкусные гиены. Так, где мой Ампрекс? Раз, магнитный на вас, на всех. Главное сейчас не сдохнуть.
Лучше на фокусе, сколько. Так, а Марзак, наверное, блин, лучше убивает. В общем, это миссия для, не знаю, для пару Локи или там Вары. Вивары, например, с луком, чтобы бесшумно стрелять из инвиза. А Локи там, я не знаю, с гранатометом, чтобы сразу его дамажило вообще, блин. В общем, миссия мне не очень понравилась. Какая-то детская хренотень. Ну ладно, пусть будет. Где награда? Какого мастодонта завалил? Награды нет. Божественная воля. Шарлатан разоблачен. Миссия выполнена. Тенна, ты показал всей системе, что не в шарлатан, повернув его собственно технологии против него самого. Я только что обнаружил второй прототип. Ты должен уничтожить его, прежде чем он пойдет в массовое производство. Возьми эту награду и используй ее для усиления перед следующим боем. А что мне усилять нечего твоим реактором? Второй раз можно что-то ставить? Так, подожди-ка, значок Стратус 2. Так, это теперь 35-40 уровни. Ну чё ж, попробуем. Хотя надо было оружие сменить, конечно. Не чё-то. Ну ладно. These corpus remind me of the Orican. Selfish, greedy. If Nathan's prototype survives our assault, they'll be able to draw in a mountain of new offerings. We must turn his scheme against him. Так. Отлично. Надо быстрее надамажить. Чтобы фармить фокус можно. Хотя зачем его фармить так, если я могу его эш взять, зарядить на дракой и... По 25 тысяч забыл. И сколько их тут? Что к тебе? Не может это кончиться. Короче, затыкать до смерти шпагой. Так, ну теперь я подготовленный пришел. Здравствуй, чмо. Газовый пак. Критический квадрат. Что они нагородили-то? Так, падаешь? Падает. Прыгаем, прыгаем. И быстро убиваем. Так. Да блин, сейчас топание начнется. Еп. Да ничего не знаю. Отвали.
короче, вот на полчаса. Ну что за хрень прилетела? Вот откуда, блин? Летит какая-то шняга. Вообще само на улице в невидимого Локи, вот это мне вообще нравится. В этом ивенте самое такое. А, отличная задумка просто. Тут все возьмут Локи и победят его, конечно. Пусть уворачиваются от снаряда. Блин. Я уж тогда Дурин убрал. Так, падает хрень, мы ее подраниваем. Слегка так. Оружие надо брать мощное, как он гранатомет, блин. 5000 урона в секунду. А не куколку, как я взял. Да чтоб тебя, блин. В принципе, зато можно потренироваться быстро эти штуки открывать, набить руку, кто не умеет. Очень полезно. Верно. Самонаводящиеся гранаты Огриса. Что ты тут делаешь, блин? Ты бронируешься? Yeah.
Отлично. Летит. Чё летит? Откуда летит? КЗ. Да, Локи, мастер невидимости. Куда деваться? Сейчас еще понерфят Локи, и, блин, вообще зашибись. Половина фреймов на полке лежат. Играть особо нечего. Да ты умрешь, нет? Сегодня. Ну зашибись, блин. Свои гранат купол тебе. Блин. Получено фокусом. Че мой, блин? Я же сфокусировал все. За битва двух детинок. А в меня граната летит. Ну с какого такого? Я хизею просто. Че они летят-то, блядь? И не упал, чмо. Не упал, блядь. Не знаю, блин. Наверное, блин, опять девочка придумала ивент. Думала, будет забавно. Ну, дебильный. Может, его шпагой зарубить? Это тема. Шпага вон как. Вот что в меня-то летит-то, блядь? Что за баг, блядь? Что за глюк? Ой, шпага не режет ни хера. Мне уже запарило эта хрень лететь, блядь. Какого хрена оно летит в меня? Все, блин. Чушь какая-то. Объясните тогда, зачем Локи, чтобы быть видимым для ракет? Все-таки Нев сделал что-то новое. Он сделал чудо-ракеты, блин. Которые летят в невидимых Локи. Это он молодец. Так. Все. Пять еще, да? Видимо. Ну да.
На, поиграйся. Просто вообще... Это нелогичная какая-то... Абсолютно нелогичная граната, да, я продолжаю жаловаться, извините. Но, например, я понимаю нулификатор. Скрамбусы там. Не отключая способность. Ты становишься видимым и начинает херачить. Тут же что происходит? Ты невидимый, но летят. Вот это я понять не могу. Пустили бы скрамбусов вниз еще. Там, или периодически быстро они выбегали там. Надо было их замочить быстро. Так, вот они. Летят, летят, летят. Шпага зато их режет на раз, да, вообще. Неожиданно. Отбегать за спину. Чё ко мне повернулся ты? Все? Ух. Да, друзья мои, вот это была миссия, я не знаю. Девочка из девстрима придумала хороший такой квест. Я просто угораю от всего. Мы сейчас всех зарежем, будет стресс за это. За все, так сказать. Что-то она не очень-то их режет. Бурсики резались. Ладно, друзья, на этом, я думаю, завершим занимательную серию этого супер интересного, интересной тревоги. Одно режется, другое не режется. Ладно. Спасибо за просмотр. С вами был Дарк. До новых встреч. Пока-пока.